Добрый день, приветствую вас из курортного города Баден-Баден. И обязательно, как всегда, я зайду в магазин Велерой Бух, посмотрим с вами фарфор от этого известного бренда и также посмотрим, какие есть коллекции на скидках. Оставайтесь, будет очень интересно для всех любителей фарфора и любителей бренда Велерой Бух. Рождество в Германии закончилось, и рождественские коллекции компании Велерой Бух вышли на скидки, и здесь в Баден-Бадене предлагается минус 20%. Магазин Велерой Бух находится в самом центре Баден-Бадена, возле известного ресторана Левенбро. Большой ассортимент разных рождественских коллекций разного года выпуска. Они каждый год перевыпускаются, плюс дополнительно выпускается новая коллекция именно этого года. В этом году была лимитированная коллекция, где дети выпекали пряники и угощали Санта-Клауса. Рождественские свечи по 14,90 и минус 20%. Огромное сервировочное блюдо от бренда Велерой Бух стоимостью 134 евро и минус 20%. Бренд Велерой Бух основан в 1748 году и уже очень много лет производит фарфоровую посуду премиум класса, очень красивая, элегантная, для всех случаев жизни можно выбрать у них посуду. Используют только высококачественный фарфор премиум класса. Очень красивая яркая роспись, которая впоследствии не стирается. И вот такая тарелка с красным орнаментом стоит 24,90 и минус 20% скидки. А это коллекция этого года. Дети выпекают печенье и пряники. Также помимо посуды, бренд Велерой Бух выпускает разные безделушки рождественские и для повседневного использования. Все очень красивое, нарядное, шкатулки музыкальные, просто превосходного качества. Такая милейшая тарелочка 24,90 и минус 20%. И также во всех аутлетах практически всегда есть бренд Велерой Бух, где можно купить их посуду с большой, огромной скидкой. А это елочные украшения. Всегда, как правило, продаются по 3 штуки в наборе. Стоят 39,90, минус 20%. Огромный выбор. Просто потрясающе красивая посуда и безделушки. Конечно, многие коллекционеры коллекционируют именно этот бренд. Я еще не встречала людей, которые бы не нравился фарфор или бренд Велерой Бух. Здесь просто нельзя остаться равнодушным к этой красоте, потрясающему качеству и очень премиальному бренду. Коллекция Шато де Сен-Фонтен. Просто очень элегантная, нарядная и потрясающе изысканные формы. Коллекция Метро Шик для любителей правильных форм. Также изысканная коллекция Грей Перл. Яркая, красочная коллекция Амазония никого не оставит равнодушным.
что только не производит бренд Велеруй Бог. Стаканы, столовые приборы, шикарная посуда. Просто шикарный, потрясающий выбор. Всегда можно что-то себе выбрать. Даже одну небольшую чашечку, которая полностью может изменить вашу жизнь. Столовые приборы очень красивые, огромный выбор столовых приборов у бренда Велеруй Бог. И на 6 персон столовые приборы можно приобрести за 399 евро, а на 12 персон за 1049 евро. Яркая нарядная коллекция Marie Fleur. Коллекция Люксембург в белом цвете, а еще очень часто тарелки бывают в синем цвете с белым орнаментом. Моя любимая коллекция Селини сейчас продается со скидкой минус 40%. Изящное, потрясающее качество, просто великолепное. И я разыгрывала две кофейные чашки в своем розыгрыше от коллекции Селини. Тарелка для завтраков, для вторых блюд стоит 27,90 и минус 40%. Коллекция French Garden. Многие любят эту коллекцию, и многих она не оставляет равнодушным. Коллекция Autumn Ferne. Такой мотив сельский, очень красивый, нарядный. Красивые нарядные салфетки на стол, здесь стоимостью 37,90, а в аутлете мы с вами смотрели намного дешевле, можно себе прикупить и порадовать такой интересной, изысканной вещью. Показываю вам поближе коллекцию Селини, очень изысканная коллекция. Коллекция Мануфактур всегда продается в черном и молочном цвете. Тоже очень элегантная коллекция. И также большой выбор для болов представлено в этом магазине. Для болы в разных цветовой гамме можно приобрести за 299 евро. Это хорошее решение для тех, у кого нет места для хранения посуды. Показываю вам поближе, чтобы вы могли лучше рассмотреть и окунуться в атмосферу красивой, дорогой посуды. Ну а на сегодня я с вами буду прощаться. Огромное вам спасибо за просмотр. Надеюсь, получили позитивные эмоции. Не забывайте поддержать меня лайком, комментарием и подпиской. И также я на своем канале открыла спонсорство. Кто может или хочет поддержать меня, пожалуйста, присоединяйтесь. Всем удачи, до новых встреч!